Как в страшном фильме, телевизоры задымились, свет замигал, а из люстр стали вылетать лампочки. Свидетели такого конца света стали жители дома номер один по улице Геологов в поселке Эмаус. В доме запахло горелой проводкой и пластмассой. Работать отказались даже телефоны. Только на утро люди оправились от случившегося, но технику, к сожалению, было уже не спасти. Слышу грохот, как взрыв. Я подошла к окну, никого нету, глянула, а сзади телевизора дым идет. Я быстренько все повыключила, свет был, никаких предупреждений не было. Я включила свет и буквально прошла только к чайнику, чтобы включить чайник, у нас электрический. И лампочка, вот эта железка цоколь, остался внутри, а лампочка вылетела. В отдельно взятой квартире убытки измеряются десятками тысяч рублей. Отремонтировать испорченные телевизоры, чайники, холодильники, телефоны и другую технику не получится. То, что произошло, не гарантийный случай. Представители управляющей компании и жители дома дождались только к середине следующего дня. За обслуживание дома в Эмаусе по магическому стечению обстоятельств отвечает печально известная УК «Южный», которая находится на другом конце города. Общаться с жильцами дома ее представители категорически не захотели. Выйдите, нам объясните, как жильцам вот этого дома. Ну можно же так сделать? Приедут. Не, ну вы не прячьтесь, вы выйдите, поговорите с нами. Вот так вот. Такое отношение у нас. Причина, по которой дом чуть было не воспламенился, оказалась на виду. Старый трансформатор, который в УК обещали заменить уже очень давно, вышел из строя. В итоге дом оказался под страшным напряжением. На дом идет 420 вольт. 420 вольт должно идти 220. На нуле тоже электрический ток. То есть пока непонятно, пока они молчат, ничего нам не говорят. Но то, что я как бы слышал при разговоре, когда они производили замеры, вот 420 вольт. Из-за наплевательского отношения управляющей компании к своим прямым обязанностям люди до сих пор находятся в непонятной ситуации. То ли подсчитывать свои убытки и предъявлять претензии УК, то ли ждать нового повышения напряжения. Ну, никто ничего не объясняет, говорят, что разберемся. Ну, обычно разбираются так, могут разбираться и месяц, и два, и три. У нас небогатые люди живут, и, то есть, просто нас могут игнорировать. Надежды на то, что управляющая компания добровольно возместит людям ущерб, практически нет. Жители дома уже готовят коллективное обращение в прокуратуру, пока поломки не списали на их счет. Марина Евстрасия, Станислав Конышев, РЕН-ТВ «Пилот».